Здравствуйте! Сегодня неоднозначный день. Что-то получается хорошо, а что-то не очень. Поэтому слишком много дел не планируйте. Могут возникать препятствия. Некоторые вопросы лучше отложить на завтра. Совет дня звучит просто. Надо позаниматься спортом. А вечером можно пойти в кафе или ресторан. Закажите блюдо, которое еще ни разу не пробовали. И получите новое удовольствие. Всего хорошего вам и до встречи завтра.